Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Realme 8i сделать первоначальную настройку телефона. Вот вы достаете телефон из коробочки, включаете его, видя перед собой данный экран. В первую очередь нам нужно выбрать язык. Давайте выберем русский, это как-то непонятно все написано. Нажимаем продолжить. Затем выбираем наш регион. Нажимаем далее. Затем принимаем, прочитываем и принимаем пользовательское соглашение. Нажимаем продолжить. Затем принимаем соглашение с пользователем смартфона Realme. Нажимаем «Продолжить». Затем нам предлагают подключиться к сети Wi-Fi. Но если же в вашем окружении не нашлось ни одной открытой сети Wi-Fi, вы можете просто пропустить данный шаг и сделать это позже. Затем нам предлагают включить функцию подключения помощника к подключению к Wi-Fi. Можете включить, можете ее не включать, на ваше усмотрение. Нажимаем «Продолжить». Затем идут сервисы Google. Выключаем все галочки здесь. Но в любом случае нужно принять условия использования и политику конфиденциальности Google. Затем вам предлагают задать способ разблокировки. Это может быть пароль, отпечаток пальца или же лицо. Также можете это сделать позже или же вообще этого не делать, кому все-таки понадобится ваш телефон. Затем предлагают включить функцию автоматического обновления системы ночью. Можете включать, можете не включать, на ваше усмотрение. Нажимаем «Продолжить». Затем предлагает импортировать данные с вашего старого телефона. Если хотите импортировать, нажимаем «Импорт». Если не хотим, просто нажимаем «Продолжить». И телефон готов к использованию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!